Всем привет, друзья! Все мы любим Марио, но в этот раз я решил посмотреть на хаки, которые выходили и в виде картриджей, и в виде отдельных просто ромов, и в принципе втюхивались конечному пользователю. Итак, Super Mario Bros. By Rage Games под названием Adventures of Ice Mario. Ice Baby. Тун-тун-тук-тун-тук-тун-тун. Поехали. Так, пока ничего необычного, просто Марио. Ну, классический Марио. В чем проблема? Грибочки те же самые, кусты те же самые, облачка то же самое, что и кусты, но о! Монетки-то у нас какие? Ледяные! Ух! Так, ну пока вроде бы особых изменений только в плане спрайтов монеток. И... пока все. Ну ничего, ладно, посмотрим далее. Так, жизнь не удосужились поменять. В чем смысл данного хака? Не особо понятно. Ну хорошо. О! Ох ты! Каин, где твоя Герда? А Герду надо спасти. Я понял, в чем проблема этой игры. Даже не проблема, а достоинство. Это Снежная Королева. Только в исполнении Rage Games. Кто это такие, я не знаю, но... можно пройти, можно поиграть, можно посмотреть. Ну что ж, ледяной Марио. В принципе, колючки работают гораздо лучше. Ледяные вот эти вот ледышки, или что это, колючки ледяные, работают гораздо лучше, нежели наши огоньки. То есть они не скачут, они просто... а летят вперед, тем самым убивая всех на своем пути. Но это плюс. Окей, а как будет в воде себя вести наш Марио? Айс Марио. Причем это не просто Марио, а Айс Марио. Я же говорю, в нашу честь аж салют пошел. Ничего, бывает и такое. Аж подавился, ёк-каламане. Ладно, посмотрим. Что еще интересного мы обнаружим? Ну ничего, синий цветок, это понятно. Синий цветок мы уже взяли. Это, знаете, как ментол. Черепашки те же самые. Что еще я могу сказать? О. Так, здесь тоже все самое. Ничего не меняется пока. Так, попробуем здесь пробежаться. Посмотрим, может быть, что-нибудь ценное найдем еще. Хотя навряд ли. Я уж сомневаюсь, что здесь что-то еще будет такого подвержено изменению. Ну да ладно. О, черепашка синяя, кстати. Ничего себе. Нехило, ладно. Выберемся, посмотрим. Я думаю, за выпуск мы будем делать, наверное, по несколько вот таких вот забегов в разные части Марио, потому что это реально забавно, это реально unbelievable просто и непривычно. Вот в чем интересно. Так, окей, синий флажок поднимаем. Айс Марио уже. Айс Марио. Ту-дун-ту-дун-ту-дун-тун. Так, ну здесь все то же самое, только синие черепахи периодически лазят. Синие панели, то есть... а может быть, постепенно мир замерзает? Может быть, это тоже предусмотрели? Если бы это было за правду, то, наверное, было бы интересно. Кстати, если бы мир потихонечку замерзал. То есть приближаемся мы, значит, к боссу, к нашему Боузеру, хотя он и Купа, то все бы замерзало с периодичностью такой, да? Было бы забавно, наверное. Давайте посмотрим, может быть, в замке нам повезет как-то и... так, это World 1 Free уже. Как я быстро прохожу-то, ёк-каламане. Ну да ладно, 3 минуты играем только в этого Марио, уже сколько всего узнали, сколько всего увидели. То есть здесь Марио у нас... место огня. То есть внизу лава, а сверху ледяные глыбы. Как это сказать? Я не знаю. Сейчас посмотрим, кто будет в роли Боузера там. То есть нашего Купы короля. Даже интересно поржать, что там будет. Ну, посмотрим. Так, первый босс, да? Первый босс. Окей. Главное не потерять свою особенность. Ага, ну окей, я даже не задел, и меня все равно задело. Ну окей, окей. Причем сразу до маленького меня все понизили-то ранг. Не, ничего особенного. Ничего особенного, как говорится. Все то же самое. Тот же самый дракон. Но гриб, естественно, тоже отмороженный, как и я. Как этот хак отмороженный? Да, наша принцесса в другом замке, естественно. То есть, а как вот он будет себя вести под водой, я не знаю, потому что до воды-то мы еще не дошли. Может быть, здесь дойдем, как-то успеем. Можно будет, конечно, шустро промчаться вот таким образом. Может быть, повезет. Вау! Воу! Стоять, блин! Так, отлично. Ну и на том спасибо, как говорится. О, звезда удачи! Звезда... звезда. Моя звезда, гори и не гасни во мгле. Так, отлично. Здесь я пока пролечу, пробегу. Пока была возможность. Я хочу в водный уровень посмотреть, что там будет интересно мне знать. Ну, ладно. Воу.
Воу, ну ладно, что ж теперь делать? Коль тут ничего не выпадает нам. Ну чё ж вы распрыгались так много вас, а? Ладно, так, пробуем. Может быть здесь что-то полезное будет еще, нет? Нет, не будет здесь ничего полезного. Так. Блюп. Ну ладно, хоть прыжок срабатывает нормально. И то на этом спасибо. Ух, чуть не перескочил. А перескакивали, перескакивали. Вот хочется посмотреть именно уровень в воде. Может быть там что-то интересное будет. Хотя я уже боюсь этой игры. Да, скорее всего будет вода сейчас. Наконец-то, World 2.2. Для сравнения посмотрим. Да. Ну, ничего особенного, вода как вода. Причем тут айс, непонятно, только приставка, видимо. Ну, возможно, кстати, у кого-то на картридже это и было, потому что это, наверное, новодел 2000-х или конца 90-х. Скорее всего, это выходило на картриджах, я так думаю. О, ну, рыбки хоть какие-то попадаются, и то хорошо. Синенькие, отмороженные, такие же, как и Марио, когда берет синий цветок. Ментольный. Так, ладно. Поплыли дальше. Поплыли. Хорошо. Мы уже что только не видели, поэтому, знаете, удивиться уже сложно. Я вообще играю впервые во все эти вот эти хаки, поэтому удивляюсь, как и вы в первый раз. Может быть, вы раньше, конечно, это видели. Ну что ж, окей, здесь я нажму на паузу, и мы отправимся в другой хак. Окей, By Rage Games, чувак в кепке с усами. World 01. Тоже называется Adventures of Ice Mario SMB Hack, но А1 ревизия. В чем прикол А1, я не знаю. Но давайте посмотрим, может быть здесь можно как-то спуститься. Нет, нельзя. В трубу не получается. Так, проплывем понизу. Хорошо, знаете, это напоминает мне уровень последний в Марио, где нужно бродить вот по таким вот странным вещам. Так, ладно, проплывем сюда куда-нибудь, посмотрим. Хорошо. Зато музыка хорошая. А. Угу. То есть надо будет идти понизу. Как я и говорил, да? Как я и говорил, надо идти понизу. Плыть. Угу. Нет, я экран не смогу сдвинуть. Видимо, нет. Оки-доки, учимся на своих ошибках. Спускаемся вниз и вперед поплыли. Может быть, теперь нам повезет, потому что тогда мы прям взяли так и схалтурили. Так, разгоняться мы в воде не можем, поэтому я буду плыть. Я буду плыть, Ага, наверх подняться мы не можем. Так, здесь должен быть босс, да? Окей. Thank you, Mario. But our princess is in another castle. Видимо, у Марио от нехватки кислорода уже пошли глюки в голове, и он сам с собой разговаривает. То есть он пришел и... Очевидность, капитан! Наша принцесса в другом замке. Так, а дальше что-нибудь будет? А, угу. Вот такой вот мир хаков Марио. Сейчас врублю что-нибудь другое, и уже к вам снова вернусь. Поехали. ACKII Art Mario, 2002 год, Snow Arrow. Мир 1.1.2. Так! What the fuck? То есть из символов ACKII. Окей. Я тут что только могу... Очень интересно. Так, значит, а в чем смысл 10 квадратиков сверху, вот левее, где Марио после очков? В чем проблема? Ладно, пробуем. Так, наша задача прыгнуть как-то туда. А, это колечки, фу, то есть монетки. А как перепрыгнуть оттуда и туда? О май гарбл, так, ладно. Еще раз попробуем. Криворукость зашкаливает или что? Или в чем проблема этого хака? Что это? ACKII Art Mario by Snow Arrow SMB Hack. Еще разок. Последний раз я это пробую. Забавно было бы хотя бы чуть-чуть дальше пройти. Но что-то нет. Я это не специально делаю, поверьте. Это просто...
вот как-то так получается автоматически. Я думал, это блок. Понятно, хорошо, идем к следующему хаку. Ай-яй-яй, карамба. Ну что ж, All Night Nippon Super Mario Bros. Луиджи есть гейм и Марио гейм. Давайте посмотрим на Луиджи. На аватарке все равно Марио. И начинаем мы все равно за Марио. Но облачка здесь улыбается. А это что за колобок в очках? А где гриб? Тут должен был быть гриб. Ага. Окей, здесь все с глазками, я смотрю. Все веселые, все счастливые, и колобки тоже радуются. Жизнь. Но это графика из Супер... Супер Мега Трупер Марио, да? Получается, Супер Марио Брос, который выходил в Японии. Настоящий, по сути. Не? Не канает? Блин. И что это значит? Колобок, ты забрал у меня... Это что такое еще? Еврейская звезда? Зачем? Что за оскорбление в мой адрес? Не надо так. Да что, в чем отличие Луиджи и Марио? Я понять не могу. В чем проблема? Ну, темный уровень, понятное дело, да. Пририсовали глазки и рот облакам и кустам. И на флаге какой-то глаз. Аль, что ли? Так, теперь, значит, мы зашли ночью, а отправились поутру. Утро вечером мудреней. Снова колобки в очках. Это что это такое? Ну, гриб тут где и должен быть. Интересно, если выбрать не Луиджи, а Марио, что-нибудь изменится вообще, нет? Угу. Что-нибудь изменится? Наверное, что-нибудь изменится. Так, значит, сюда. Ну, давайте посмотрим, может быть, что-нибудь... А нифига не изменится. Почему? Да потому что... Не смогу я взять... А, могу. Все, набрал. Набрал. Так. Ай, ладно, пойду так пройдусь. Ну и что тут такого? Наши вот, пожалуйста, огоньки. Воу. Это что такое в виде цветов? Что за клоунские рожи? All Night Nippon Super Mario Bros. Так, панели в виде грибочков... Варп-зона, кирпичи стали с теми же самыми. В чем интерес, не знаю. И что это такое, тоже непонятно. Ну да ладно. Так. Эти черепашки те же самые. Единственное, что у нас выглядывает морды вместо цветов. Окей, давайте посмотрим другую версию. Или попробуем поиграть за Марио теперь. О, а вот теперь Луиджи. Луиджи гейм. А, это на двоих просто, понятно. Хоть бы написали, что второй плеер. Ну да ладно, сливаемся с кустами. И так сойдет. Итак, Angry Marionao. Angry Marionao Super Mario Bros. World 1.1. Марио какой-то у нас странный. Так, я смотрю, кругом здесь, значит, пушки. Буква А, это, видимо, Angry. Судя по всему. Чё-то я не понял вот это сейчас, что было такое. Чё это я соскользнул так резко? Хорошо, попробуем еще раз. Жизни, поскольку я... Поскольку понимаю, у нас бесконечный, да? Скорее всего, или что? О, я красавчик. Хач! Бэк. Не надо было брать. Опять какие-то фантомасные грибы. Зачем? Непонятно. Ладно. Марио. Худеть надо. Худеть надо. Это, видимо, знаете, наподобие Сиабон No Action. То есть, как он назывался-то? Angry Mario или как там? Нет, не Angry Mario, а китайский Марио, якобы. Это что за вакхан... О, мама мия! О, май гарбл! О, shoot me in my butt! Тихо! Экшен! Облако поглотило меня. Фу, окей. Ох ты, даже чекпоинты есть. Да просто unbelievable. Только мне это не помогло. Я разогнался. Game over? Нет, видимо, жизнь у нас бесконечная. Все-таки. Пуп-п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 уп.
Окей, ну почти. Ничего-ничего. А слушайте, забавно. Вот если бы это пройти игру, наверное, что-то будет в конце супер эпичное. Хотя я уже сомневаюсь, что здесь что-то бывает вообще эпичное. Блин. Сложно, но интересно. Так, вот здесь уже хоть какое-то хоть разнообразие существует. В этой игре, именно вот в этой модификации, в этом хаке, здесь уже есть что-то более интересное. Здесь уже можно пройти, здесь можно сделать какой-то вывод. Но в любом случае это как-то странно. Я это смог сделать. Так, ладно. Окей, допустим. Главное, чтобы здесь сейчас не вылетело ничего. Прям мне в мой глаз вот этот вот выделяющийся. При прыжке, главное, глаз становится нормальным, а стоя он почему-то уменьшается. То есть Марио сосредотачивается, щурится. И все этим сказано. Так, если я здесь зафейлюсь, то все, конец. Я никуда не попадаю на аэродром, как Павлик. Так. Как Павлик на аэродром я не попадаю. О, попал. Окей, там финал-то будет? Слушайте, я это сделал, я прошел. Это что за злой человек-паук черный нарисован на флаге? Спаун или как его там? Нет, не спаун, что я говорю, какой спаун? Мир 1-2-2. Окей, в трубу. В трубу и... Мамма мия. Ну вот это интересно, надо будет взять на заметку. Энгри Марианао. Ой, ё. Это что сейчас такое было? Я могу как-то... Хорошо. Капец. Ладно. Проба номер... Не знаю какая. Да. Не сработала клавиша. Клавиша не сработала. Хорошо. Чё только не придумают. Вот что только не придумают. Я не знаю, выходило ли это когда-нибудь вообще. Я сомневаюсь. Вот так. Слушайте, а прикольно. Если знать правильно, как это сделать, то проблем у вас, в принципе, вообще не возникнет никаких. Так. О. Но теперь другая беда. Теперь надо как-то успеть пробежать. Ать. Так. Угу. А как? Как это сделать, интересно? Я чёт не знаю. Что это вот? Как я? Может, как-то пролететь сквозь кирпичи можно? Только у меня даже кнопочки не срабатывают. Знаете, вот обычно нормально срабатывают, но здесь как-то совсем все плохо. Ну же. Ай, ладно, что, не будем застряться мы на этом моменте. Кому будет интересно, скачивайте, находите Angry Mario Now SMB One Hack. Черепашки, он другие, смотрите, забавные, более в шлемах каких-то. Ну ничего, переходим к следующему хаку, к последнему на сегодня. Итак, арена Марио. Мола О-1. Окей, в чем тут арена заключается? Я не знаю, это тот же уровень, где нужно было плыть понизу, только теперь Марио у нас какой-то с длинным носом, видимо, много врал, как Пиноккио, ему еще и расквасили на день ВДВ этот нос, и теперь... Я не знаю, сделали лоботомию, скорее всего, потому что головы сверху нет. Ну да ладно, что это такое, понять сложно. Арена Марио. В чем здесь арена? Я не понимаю, но хорошо, проплывем дальше. Отобьем более свою голову уже, которая уже побита. Как только не издевается над играми, а? Ну просто прозреть ведь можно, друзья мои. Ну что за беда? Понятно. Окей. Теперь уж точно последний на сегодняшний день хак. Это Super Mario Bros. Attack M/43. Окей. Мир 1-1, Марио. Одна жизнь дается. В чем прикол? То есть я должен оттолкнуться как следует и нарваться задницей на топор. И сразу гейм овер.
Хорошо, давайте еще раз попробуем. Это интересно было. Это очень необычно. Там бегает еще какой-то Марио рядом со мной. Что интересно? Я пошел. Ох, как ловко. Это что за мудак? Почему эти черти откуда-то появляются? Не надо. Угу. А забавно. Знаете, забавно. Только бы еще как-то мне взять что-нибудь хотя бы, я был бы вообще рад. А что здесь делать надо? Какой смысл из моих скачков вот этих? Сплющенный гриб? Это интересно. А, ну сразу же гейм овер, ну конечно. Больше ничего мы сделать не можем. Это, видимо, какие-то тестовые или что, не знаю, наброски или что-то подобное в этом Марио. Потому что сложно понять вообще, что пытались достичь вот таким вот геймплеем. Но давайте еще раз попробуем. Это интересно было все-таки. А может, не Марио надо завалить самого главного? А почему два раза я умер? Ну ладно. И последний раз на сегодня уже точно. Я уже потому что подзаколебался, честно говоря, вот с этими хаками. Этот череп просто рвет. Но ничего, у нас на будущее еще много хаков, которые мы сможем поиграть, которые мы сможем оценить. Ну что ж, на этом я с вами попрощаюсь. Это был Attack Mario Super Mario Bros. One Hack. What the heck? Motherfucker shit. До свидания, друзья. Встретимся в новых сериях супер хаков для Super Mario Bros. До свидания. Пока. Мышку потерял. Где мышка? Вот она. До свидания.